Как тебе такая идея? У меня есть больше патронов, нежели один. Но я поплыл. Это там. Знаешь, какой сейчас был прикол? Я вынырнул, нырнул, и он у меня отдышался под водой. Молодец какой, слушай, да? Он у тебя идиот. Так, я так понимаю, ты нашел, да, сумку? Не, я просто так снырял в середину озера. Ну да, ничего удивительного. Просто так, да, просто так. Ну чё ты там? Ну я подумал, что в полицейских тачках что-то есть. Вовремя ты это решил. Alright, I've got your bag. Why couldn't you get it for yourself? Because can't swim. Now, first the bag. Then I tell you who is Shakur's buster. Okay, Shakur, tell me what you saw. First. The imposter sneaks out of the village. He's very quiet, like a master spy. Then he puts on a mask. Then he sneaks back to the gate, but now he is very noisy, so the guard will see him. Then he cuts the lock and runs away. Nothing like Shakur. But do you know who he was? Of course! He's one of the fishermen, the one who was disguised as Shakur. Right, I'll check it out. By the way, Shakur, what was in the bag? My air. My precious clean air. Окей. What the fuck, man? Окей. Не такой странный, как Шакур, более странный, да? Гази, походу, и то более умнее, чем он. Гази просто маленький ребенок, а Шакур просто самый малый ступой. А тебя убивают, да. Хлоп! Кидыщ. Да я вас полицейской дубинкой сейчас отфигачу. Вот на по башке, на по ноге, на там кто-нибудь еще. Сейчас, тихо. Готово. Ты чё вообще высунулся? Умри. Слушай, он добивает, даже если у них полное ХП. Да. Слушай, хватит над трупами измываться. Серьезно, такое ощущение, как будто ты... В общем, да. Я их щупаю. Не тем, чем надо. Ну да, я про руки и говорю, а ты как подумал? Я так и подумал. Друже, срочно сюда. Кого-то спасти. Никого нет. Ты зачем меня звал, да? Гони деньги. А он уже отогнал меня. Убийца. О. Все забрал. Знаешь, было бы смешно, если бы можно было, ну, забирать у другого игрока. Такой, знаешь, пока ты открываешь, взял там, забрал у него. Ну, можно, если у кого-то вот выпадает какое-нибудь там оружие, да? Можно отобрать. Подожди, сейчас я взломаю. Аптечка.
Че, у кого больше мод, что ли? Ты его увалил. А все потому, что я это я. Ладно, мой молот. Ладно, не мой молот, он у меня не влезает. Бери молот, ты все равно с двойным этим. Слышь? Okay. Чувак, вот молот, бери его. Uh-huh. Он прям подо мной. Uh-huh. У меня места нет, мне продаться надо. Так разбери что-нибудь. Ну, так там все дорого стоит. Кстати, это же двуручная, да, штука? Да-да-да. Ты с ней ну-ка тоже сможешь иди-ка... такую же хрень сделать. Нет, мне можно с одноручной так делать. А, иди-ка сюда. Я уже у этих далеко давно. Ну, тогда подожди меня. Не убивай только там никого. Я тебе хочу одну штукенцию показать. Окей, я пока что оставлю тогда. Кое-что кое-где. Ах ты, вышла она. Че, сдаем квест? Сейчас. Кто вышел? Да это. Мадама вышла. Ой, а я что, все убрал, что ли? Ставь только армейскую лопату. Так, мне еще нужна хотя бы одна дубинка, наверное. Только целая. И крикетная бита. Отлично, сдаем квест. How many people have keys to open the gate? Just a few. Tom, Gersel, or Musa. Thanks. Все просто. Я думаю, что это Муса. А, в смысле, Грюсель. Ну, что? Мусор? Мусор. Мусор, Грюсель. А, иди сюда. Записка. Чувак, там записка. Хорошо. Иди сюда. Тут записка. Я тебя чертеж. Не троллил. Тут... Не, я тебя тоже не троллю, тут чертеж и записка. Опа, я нашел противогаз. Слышь? Да, в том да, крайнем где? Доме чертеж где? И записка, вот который вот там, вот в ту сторону. Вот этот? Да. А, так вот как к нему попадать. Где? Я не вижу ничего. Ну посвети, ё-моё. А, во, увидел. Угу. Че, какой ошейник с шипами? Ух ты. Десятая записка. А в этом так. Доме ничего что ли нету? Нет, там ничего нет, походу. Там походу нету. Ну раз я нашел противогаз. Ну и че? Ты противогаз нашел? Угу. У него в доме. Mm-hmm. You sabotaged the gate, Gersel. You let the infected into the village. Me? He was the crackpot in the mask. The guard saw him. Yeah, but someone else saw you. Who? Where is he? Show me. Well, there's also the mask I found in your hut. Yeah, well, what was I supposed to do? The village didn't want to pay tribute to Rice, and Rice was getting impatient. That's why he sent you, right? So you allowed an attack on your own people? I had to convince them that I needed Rice's protection. It did the job, didn't it? So what the hell do you care? Now Musa wants to put a bullet in Gas Mask Man. It doesn't happen, or you'll be explaining why you allowed infected into the village. All right, I'll talk to Musa and the guard. Да. Вот такие вот люди здесь бывают. All right, Gas Mask Man won't be bothering you anymore. Did you put a bullet in him? Unnecessary. After what he did? Look, you may not like it, but murdering people is still kind of a big deal.
If you decide it isn't, you and me are gonna have some problems. No problems, mister. I just got mad. I never hurt anybody. Thanks for talking to him. О, чемпион. Следующий левел. Мне еще не дали. Так. Мне все-таки интересно, как же можно починить. Этот предмет больше нельзя починить. Свойства предмета показывается сколько раз. Короче, все, я понял. Только 4 раза можно каждый предмет починить, и больше нельзя. А, вот эти вот молоточки, это, да, типа их починить, да, столько раз можно? Только 4 раза. Ну, у меня 5, вот, например, вот эта вот полицейская дубинка. Ну, может быть. Ну, вот молоточки нарисован, да, это значит индикатор, сколько раз можно починить. Удачный ремонт, научитесь лучше ремонтировать. Ремонт оружия навсегда будет расходовать ячейку. О, как раз я только думал о том, чтобы что-то подобное улучшить. Так, в общем, ладно, здесь я пока буду ждать. Все, у меня, я думаю, вернитесь к Виктору, когда у него будет к вам дело. Летай отсюда. Так, быстро на мост, чувак, нам надо. Кого-то спасти? Не-не, забрать груз. А, это груз? Угу. Да, пойдем потом после этого сдадим тогда, я думаю. Это уверен, что груз взяли? Да. Я уверен, что это груз, поверь мне на слово. Я первый. Первый из нас двоих, из них всех. Все забрал. О, Дэс, подожди, не бей. Зацени-ка, получится, нет у меня такая фигня. Не знаю. О. Ну да, знаю эту фигню. А, ты наконец-то себе эту хрень прокачал. Угу. Не, в смысле про пинок такой. О, смотри. Боже. Он, кстати, этих оглушает еще. Больших. Круто. Ну, выглядит от первого лица это очень красиво. Так. Надо будет потом еще от твоего лица посмотреть. Угу. Жалко, что здесь быстрого перемещения нет. Да. Хотя бы от хаоса к хаосу. Из-за вот этого уничтожения зомби дается довольно много, я тебе скажу. Ну, когда ты... Который я... взрывается-то? Нет. 125 плюс 20. За то, что я ему голову размажил. Хлам. Джеронимо, мать твою! Я умер, Дэс. Че это? Забей на него. Самую малость должен спасти, вижу, что... Прикинь, не можно эту кувалду. А, да. Так, теперь еще тебя поднять. Как ты лоханулся так? Я прыгнул на ящики. На эти мешки. И такой просто вообще. Так, тут у кого-то квест, да, можно сдать? Да, там еще можно. Еще подняться еще выше, и там еще что-то тоже есть. Я и говорю, квест сдать. Какой-то. А. Ой. Это где-то... А, слушай, это, походу, вот в этом здании внутри. Так вот. Как внутрь-то попасть? Может, дверь? Нет. Фак! Блин, хоп. Ты что там делаешь? Я прыгаю. А нет.
закрыть игру раньше всех, бла-бла-бла. Так, я, в общем, здесь открыл красный ящик, если что, иди сюда. Угу. У меня как-то странно открылся, но окей. Ты нашел, как войти туда? Я лично не понял. Сейчас. Конечно, через самый верх можно. Да, тут вот он, через самый верх можно. Да? Ага. Блин, тут да есть. Не лагай, ну ё-моё. И тут есть как раз что взять. Химикаты, кофе. Все, конечно, хорошо. Так вот ниже-то как... А! То, про что ты говорил. Скажи, как это сбоку выглядит. Ну, как будто ты двигаешь ящик. Окей. Так. Там еще ниже можно, но пока погоди. Нам. Там что-то есть. Там вот прям что-то есть? Да, что-то оранжевенькое. Ну как туда попасть? Ну, я, кажется, знаю, как туда можно попасть. Так. Здесь ни черта. Здесь холодильничек с хавкой. Какой мудак хранит холодильник? Что? Да-да. Что? Что? Какой нехороший человек во время записи. Так. И это слово нельзя говорить, что ли? Да ну это вообще нельзя. Мудак. А что такого? Слышь, чувак, хорош. Серьезно. Не знаю, я даже на работе говорю. Ну вот ты как раз тот, о ком ты говоришь на работе. Так. Нормальное слово. Нет. Я бы на тебя посмотрел, вот матери своей скажи вот так вот, я бы на тебя посмотрел бы тогда. Чтобы она тебе сказала. Я и при маме такое говорю, она ни слова не говорит. Ну тогда ты совсем вот тот, кто говоришь. Я-то тут при чем? Как бы, вот. Это вроде нормальное слово. Нет, чувак, по секрету. Я же его не комбинирую. Еще не хватало. Там можно скомбинировать так классно. А я не там, би-би-би. Какого... Фига. Может, мы просто что-то не заметили? Что тут можно не заметить? А, подойди к двери. А ждать других игроков для продолжения. Я ж проходил, hey, не было такой надписи. Тихо. Crane from the tower. I heard a woman screaming. Yeah, yeah, it's my wife. She's a... Oh shit, is there anything I can do? We need alcohol to disinfect. Please, help us. Alcohol? Помогите Джон Сильверу. Ну окей, отслеживать задание. Так, алкоголь у нас есть. В принципе. Ну и все, сдаем. Yeah, I've got some alcohol. Let me see if I can find some more. Знаешь, такое ощущение, что он там просто бухает. Mm-hmm. Ладно, давай еще раз принесем. Hey, it's Crane. Hey, it's Crane. I found some more. You must have a lot of germs in there. With this terrible plague, everything has to be clean, spotless. I can't risk my newborn getting infected. We must have more alcohol. The disease is actually transferred from a bite that causes... Окей. Будка скипша. Давай. I've got the alcohol. Everything okay in there? Yeah, here. Cheers. Bye. По-моему, у нас... Он уже окосел. У него глаз присутствует.
Давай ты. А, я взломаю, ладно. Да, что-то тут не так. Что-то мне не нравится, как он посмотрел на нас. Я достал пистолет с одним патроном. Если что, я выстрелю. О, я слышу, как они разливают. Of course. 5000 дали, кстати. Assholes. Статуэтка вот как раз. Сволочи. Секунду, Дэс. Я за грузом, чувак. Ничего, откроют раньше нас. Ты ушел? Да-да-да, я говорю, я за грузом. Ничего, могут открыть раньше нас. Мне бы этого я, не короче, к ним коктейль Молотова кинул. И убежал. Ты злой человек. Так, а тут же где-то был какой-то это. О, они, кстати, заткнулись. Ты, кстати, статуэтку подобрал? Да. И сказал тебе об этом. А еще мне нужна твоя помощь. Да, сейчас попробую вылезти. О. Возможно, интересный комбинации сделать. Из чего? Вау. А, она так не работает, да? А если взрыв пакет не кинуть? Зажжется у них? Кое-что. Ты внизу где-то? Я успел, кстати, до того, как они что-то успели сделать, ну, в смысле, даже открыть. Но мне нужна твоя помощь. Да, я бегу. Потому что у меня оружия нету особо. Так, мне бы не разбиться вот так. Во-во-во-во-во-во-во, тихо-тихо-тихо-тихо. По одному. По одному на Деза, да? Сюрприз, бич! Такой, типа, не ожидал меня увидеть, да? Да фиг ли ты нифига не делаешь? Слушай, у него серп, блин. Мне жопа, чувак. Спаси меня. Садовый серп. Так, ты куда пошел? Блин, ты его ударил, я промазал. Зачем ты его ударил? Потому что он меня хотел ударить. Я бы ему выстрелил в голову. И он бы не успел тебя ударить. Но он успел. Ну ты бы не подходил к нему. Все, на этот раз точно пошли сдавать. Пойдем. Заценим, сколько мы наворовали. Да мы, блин, я не знаю, мы стащили просто столько уже, что... Я бегу с пустым пистолетом даже. Знаешь, будет смешно, если нам дадут всего за один зачет, ну типа. Да ну не. Я ржать тогда буду, серьезно. Как маленький ребенок буду ржать. У меня это оповещение, что у меня есть очко уже достало. Да, ну ведь у тебя правда есть. У меня есть очко. Лишнее причем. Не использованное, я бы даже сказал. Слава богу, что она не использованная. О, блин, чуть не упал. Ай, упал. Так, ладно. У нас же, кстати, еще было какое-то задание, где нам надо было... О, наконец-то продаться могу. Ломик, кувалда. Полицейская дубинка, тяжелый топор дровосека.
Садовый серп. Дай-ка куплю тяжелый топор дровосека. И вот этот нож-крюк. А, нож-крюк не могу купить, да? Продать простой молот, нож, лопату, пистолет. Так. Ну, это уже бесполезное, к сожалению, оружие. Блин, у меня столько сигарет, 28 сигарет, 8 пачек кофе, 5 мешочков. Чувак, слышь? Просто жесть. Ладно. Я думаю, что пистолет я уберу, наверное. Фак. Сделаю вот так. Чертежи. Супер крушитель. Нож крюк. Отлично. И супер кровопускатель, туда же тяжелый топор дровосека. Так, теперь инвентарь. Чемпион, что у нас делает? Выберите в инвентаре. А, оружие. F6. Ладно, чемпион сделаем. Паладин. Паладин. Два паладина в итоге. Отлично. Так, кому сдавать-то это? Тут нельзя, да? Творить улучшение. Что нельзя? Да, тут нельзя. Нож, крюк, F6. Интересно, у меня паладин еще остался? Нет. Гладиатор. Беттер. Гладиатор. Все? Да, ты нет бичевки случайно? Не, у меня нет бичевки. А может, ты посмотришь? Ну а как я тебе все равно ее передам-то? Выкинь. Не. Если выкидывать, то всю. Так одну. Если выкидывать, то всю. Блин, тебе жалко бечевки, да? Да, вот такой вот. Вот такой вот я. Не ожидал я тебя такого, не ожидал. Вот от кого, да, говорит, от тебя такого не ждал. Ладно, ладно, чё, попросишь руку помощи. Припомни тебе эту бечевку, да? Крикетная бита, у нас их сейчас ставлю, крикет. Всё. А у него, кстати, можно бичевку купить. Нет у него бичевки. Вот такой он злой, да? Mm-hmm. О, у меня, кстати, тоже теперь 5. На починку. Наконец, вот у меня топорик фиолетовый такой есть. Такой, блин, как же он хорошо сносит. Ну, медленно, правда, но хорошо. Ох, сразу прям. Хорош топорик, прям вообще шикарен просто, но не тот момент. А чё у меня этот фигур не бьёт? Чё у тебя? О, да. Я даже этот пушок видел, как ты его пустил. Пшикнул. Пшикнул пушка. Шипнул, пустил. Типа того. Че, это я не заслуживаю это? Ты че, охренел? Да я тебя щ... Да вы меня сейчас... Давай. На меня тут двое, друже. Добьешь? На, пацан. Хорош.
Но мы успели хотя бы к половине. И то чисто случайно. Ну, не, ну я-то не случайно бежал. О, достижение даже получил, спасатель. А там, ага, надо найти сколько-то. Сколько-то чего-то там. Да, чего-то сколько-то. Все, пойдем, ладно. Нам уже реально пора завязывать со сборами и сдавать все это дело. А то у нас сборы на картину выше, чем... чем нам нужно. Я думаю, можно вообще уже сам. Так мы по сути записали только минут так 50. Ну, нормально, две серии. Я просто думаю, что у меня память сейчас уже переполнена. Ну, охренеть, мне дали 39 штук. Рублей? Ну, да. Денег? Да. Жесть. Да, не денег, а этих очков. Прокачку? Да. Жесть. Научитесь создавать щит и использовать его в бою. Нормально, вообще нормально. Так. Ну, бартер, все дела. Так, я щит прокачаю. Еще атаковать буду. Я думаю, ты только за. Угу. Так, а что у нас там дальше? Убийственная лихорадка. Набирайте очки силы быстрее в течение 10 секунд после убийства врага. Так, в падении волна. Прочность. Эксперт боя. Станьте экспертом боя. Крадитесь к вашим врагам сзади и бесшумно убивайте их. Во, вот это мое. О, тут крюк будет. Во, слушай, на 24 уровне мы можем драться вообще без устали. Где крюк? Будет. Где, Сразу под щитом. Да? Кошка называется. Не, ну то, что это кошка называется, я знаю. У нас уже есть нож крюк. Нет, крюк, который можно будет... Да, я понял, подпираться. Угу. Костовиков полно что-то стало. А где? Принять. Слушай, 1000 баксов и 3 опыта. Где? Ну тут награды. People are counting on you to help them out, please. Don't just stand around. Hey, I saw your notice on the bulletin board. You're a runner. Excellent. That idiot Dawood sat on my glasses in the canteen and I'm blind as a bat. How can I help Alfie if I can't see anything? I've got a backup pair at my place. It's not far away. It's, you know, I can't get there myself. You need anything else while I'm there? Oh my god, you'll do this for me? Thank you. Oh. And, one more thing. See, we're going to start a vegetable garden on the roof, you know, so we can maybe not starve to death. But nobody here really knows how to do it. On my birthday, I got a book on gardening. I never read it. It's growing vegetables for dum-dums or something like that. Круто. Так, сейчас, секунду. В общем, это прибыльное довольно занятие. Мясницкий нож. Рабочий топорик. Великолепный сюрикен. Ну, отмычка стоит 9 баксов. Все, у меня даст память забита. Все, совсем? Да. Мы даже крю не запишем. Ну, тем более. Хотя он у тебя так лагает. Да. Нет, сейчас, кстати, все нормально, я играл более-менее, все хорошо. Не особо так лагало. Да, правда. Иди сюда, щит покажу. Блин, вообще не лагает, когда записываешь, так классно. Когда не записываешь, ты хотел сказать. Да. Я говорю, когда не записываешь. Сейчас щит покажу. Где твой щит? Смотри. Смотришь, да? Не. О, нормально. Будешь танчить. Я такой, ха-ха-ха-ха. Правда, я хожу с ним очень медленно.
не нравится вообще этот удар, вообще нравится, он такой классный. У вас есть неиспользованное очко. О, слушай, а посмотри, как это будет выглядеть снизу. Так хочу посмотреть. Да. А, смотри. Блин, у него прочность есть. О, стой, прямо там. Сейчас я попробую. Давай, рещи. Сюрприз, бич. Я с крыши спрыгну. Да я заметил как-то. Я хотел просто проверить, будет хп, нет, тратится. А, оно тратится. Все, я выкинул, короче, эту фигню. Какую? Так это, кувалду. О, блин. Перевернись, тварь. Ты, кстати, пишешь еще? Да. Я уже выключу. Да я понял. Ну перевернись же, но! Я тебя хочу на Луну отправить. Так. Куда? Ну чё, пошли в крю тогда? Да какой крю? А чё? Ну так у меня осталось 10 гигабайт свободного места. Ты же там говорил, что у тебя там на двух дисках, туда-сюда. На двух дисках, они оба у меня подчистую забиты. На одном 6, на другом 10. А чё ты не удалил старые записи? Так удалил. Я просто еще две игры помимо прохожу. И я еще не обработал видео. О. Смотри. Еще. Видал? Просто спрыгнул и отрубил. Ой-ой-ой. Как-то можно было отменить эту штуку. Думаешь, он тебя спасет? Смотри, смотри, да. Попробуй меня убить. С чем? Щитом. С этой штукой? Да. Туай! Туай! О, пошли выжившего спасем. О, нифига, буква Б английская. Можно оборачиваться назад, ты знал? Я только сейчас узнал. Да, я это видел. Че, кого спасем? Наверху что ли где-то? Да, он в здании. Но я уже понял, что к нему просто так не забраться. Дать через крышу, что ли? Нет, вот я забрался. Да? Угу. Как? Там, через низ. Через... через там... через это... Ну ты понял, короче. Через дверь, что ли? Ну. Не-не-не, вот тут, Дэс. Иди сюда. Да вот, Дэс, ё-моё. Ё-моё, вижу. Лол. Лол, действительно лол. Эй, закрыто. Он где-то здесь должен... А, вот, наверное, тут. О, привет. Я закончил? Нет.
Так, мне дали два левела. Один мы туда, один мы туда. Мне не дали ничего. Печаль, печалица. Сбивающий скачок. Оглушает врагов, которых вы перепрыгнули, оглушает на 35 секунд. Прикольно. А, вот смотри, что тут можно сделать. Я чуть сейчас в лужу не встал. Джеронимо! О! Десса, ты качнул это? Удар на бегу. Сюда спрыгни. Удар на бегу качнул. Сюда спрыгни. Сейчас. Удар на бегу качнул. Спрыгни, говорю. Потом будешь ныть, откуда у тебя есть, а у меня нет. Куда спрыгнул? Вниз? Да. И что там? То, что, за что тебе опыт дадут. А-а-а. Нашел? Угу. Только одна? Угу. Ну, слушай, лучше, чем вообще ничего, правильно? Ну да. Ты качнул удар на бегу? Нет, тебе третий раз повторяю. Ладно, сейчас я отнесу последний раз имету и на этом прерываю запись тогда. И на вопрос, все ли я еще записываю? Да. Я, по-моему, уровень получил. Отлично. Маскировка. Научить использовать трупы, чтобы скрывать свое присутствие от мутантов. Офигеть. Ну, мне кажется. Да, кошка на 12 уровне будет доступна. Я пока 9 только. Сейчас посмотрим, что дает это скрытие от мутантов. Ну, думаю, найду где-нибудь поблизости хоть один труп. У меня полицейская дубинка, короче, это... Трупы, идите сюда. Превратилась вообще ни в что. Да твою мать. Ага. Вон оно как используется, да? Ты где, Дас? Они меня не видят. Привет. Чувак, ты где? Я тут за забором. За забором. Посмотри на меня, я никак не изменился. Чувак, чувак. Ща. Посмотри на меня, я никак не изменился. Ну, у тебя это только мачете появилось. Смотри, не, просто смотри на меня и зомби. Она меня не трогает, она тебя трогает. Я даже могу прямо перед ней встать. И надолго это? Ну, ты уже пропала. Ладно. В общем, я залезаю в трубу, и на этом серия окончена.